Не принимая во внимание недавний скандал, все равно есть вероятность, что Греции в определенный момент понадобится скидка на обеспечение. Филипп Гарсия, МВФ. Филипп, на прошлой неделе в центре событий оказалась президент Дилма Русеф. На этой неделе в фокусе будет заявление о дефолте в Греции, предупредительность Wikileaks и документы Панамы, в которых говорится об укрытии от налогов. Ввиду малого количества других значимых новостей, какой эффект стоит ожидать от этих событий? Пока не стоит ничего ожидать. На этой неделе мы узнаем всего лишь несколько показателей экономических индикаторов. Именно поэтому рынки обратят внимание на события и новости иного характера, и то, о которой вы упомянули. Касательно Бразилии, хочу отметить, что ситуация по-прежнему остается весьма изменчивой. Рынки по-прежнему ждут отставки президента Дилмы Русеф. Но маловероятно, что их надежды оправдаются. Думаю, что я лично буду следить за движением бразильского реала, показатели которого в этом году достаточно хороши. Его курс вырос на 10%. Также в среднесрочной перспективе я прогнозирую курс доллар-реал на отметке 3.20. В отношении Греции могу сказать, что напряжение в ее отношениях с МВФ и Евросоюзом нарастает. Главной идеей этой ситуации является то, что Греции, вероятно, понадобится очередная скидка на обеспечение. Заседание ФРС в марте послужило причиной резкого падения на рынках. Инвесторы теперь будут ждать оглашения результатов заседания в среду. Но с момента последнего заседания уже выступило несколько представителей ФРС, включая Джанет Йеллен. Так что именно в оглашении будет интересовать участников рынка? На этой неделе стоит отметить оглашение результатов заседания ЕЦБ и ФРС. В целом, уже долгое время настроение ФРС было весьма неясным. Существуют сигналы того, что экономика США будет оставаться довольно сильной, поэтому есть пространство для повышения процентной ставки. Но рынки все же ощущают некий дискомфорт в отношении более высоких ставок. Поэтому на этой неделе представители ФРС во главе с Йеллен произнесут речь для рынков, которые так жаждут узнать, состоится ли повышение процентной ставки в июне. Хочу подчеркнуть, что заседание ФРС в июне запланировано за 10 дней до референдума в Британии, что может повлиять на решение Федерального резерва. Как вы сказали, оглашение результатов заседания ЕЦБ в четверг подскажет, насколько успешными были последние действия ЕЦБ. Евроцентробанк отчаянно пытается повысить уровень инфляции в регионе. А вот заседание Центробанка Австралии может привести к изменению курса Оззи. Также рынки снова следят за корреляцией цен на нефть и курсом рубля. За какими еще валютами вы бы посоветовали следить на этой неделе? На этой неделе в центре внимания будут главные валютные пары. Курс евро-доллар достигает новой отметки 1.14 в пятницу. Теперь важно понять, удержит ли эта пара восходящий тренд или же скорректируется. На паре евро-стерлинг сказался грядущий референдум в Британии. Курс вырос на 4 пункта, но сегодня упал на 0,5%, свидетельствуя о том, что предыдущий рост был преувеличен. На опасном уровне поддержки 111 находится курс доллар-иена. Конечно же, меня интересует и заседание Центробанка Австралии. Но в самом фокусе для меня остаются валюты-мажоры и бразильский реал. Филипп, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, детальней о Wikileaks вам расскажет Луиз Макколи в обзоре прессы. Оставайтесь с Докоскопи ТВ.